Здравствуйте всем, уважаемый аким области Нурлан Нугаев. Хочу вас уведомить, что мы, жители микрорайона Шелест-3, долго ждали асфальтирования дорог. Наконец-то мы обрадовались, что нам постелят все как положено. В нашем микрорайоне занимаются работами Алтынгрупп. Алтынстройгрупп делают дорогу именно перед домами сотрудников акимата, там, ну, влиятельных людей. Вот они, это 5-я улица, это 16-я улица. Сделали 16-ю улицу до автодрома, сделали, начинают делать. А эту улицу они отказываются. Почему простой народ должен страдать? Уважаемые аким области, я прошу вас разобраться и помочь простому народу, чтобы проасфальтировали вот этот кусок земли. Получается, вот от дома номер 95 в ту сторону нету дороги. И Алтынстройгрупп, они говорят, что не будут эту дорогу делать. Я вас прошу помочь.